Здравствуйте, 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 дорогие друзья. Присоединяемся. Привет, привет. Здравствуйте. Отлично, вижу, что присоединяетесь. Сегодня у нас медитация. Медитация что-то связано с очищением. Кто-то нам дал такую интересную энергию, что начали какую-то распутировку давать. Опять же, кто-то из вас. Рибаса, Рибаса, привет. Привет, Германия. Рассказывайте, надоело вам отдыхать или нет? Что нового познали, пишите. Все помним, что у нас в четверг будет голод. Завтра мы все готовимся. Завтра будет прямой эфир на тему «Новая жизнь», связанная с четвертым полем. Что нам от него ждать? В четверг будет общий ченнелинг на общие вопросы. А в субботу будет тема НЛО. Поэтому готовьте вопросики. Вижу, что очень много в комментариях пишите вопросы. Большие молодцы. Будем совместно узнавать вообще, что там к нам прилетает, для чего оно нам дается. Какая-то звезда висит там на небе, очень часто задают вопрос, но я даже сама не получала ответ, вот вместе и получим. В общем, что вас интересует на тему наших инопланетных гостей и тему общих вопросов, все пишите. На самом деле очень много вопросов в комментариях, я думаю, что нам не одну встречу разбирать, но при этом нужно будет разбирать. Будем познавать, осознавать, развиваться совместно. Как хорошо, что нам выделили это время, и у меня есть возможность с вами более часто контактировать. А то потом поеду, и не будет времени в разные города и страны. Привет! Всем привет! Добрый-добрый вечер! Еще минут 5 подождем и начнем. Вот кто-то работал, кому-то вообще хорошо дома, чудесное время. Тема эфира у нас сегодня медитация, медитация очищения. Я так понимаю, что старых программ на прошлом ченнелинге озвучивали, поэтому узнаем чуть позже. Я не в курсе никогда, что будет происходить, в какой медитации, и не обладаю информацией. Намасте, намасте. Крым, привет. Кстати, в этом году у меня есть Крым по расписанию. Думаю, доберемся до вас. Так, про бумагу же спрашиваете. Да, все подготовьте огонь, сказали, бумагу и, как они называют, ручку, перо. По поводу карантина, когда закончится, мы уже обсуждали этот вопрос и неоднократно задавали Хамилии. Значит, карантин заканчивается май-июнь, но матрица уже будет включаться активно со второй половины мая. Поэтому все ждем, когда нам дадут доступ. Я, насколько знаю, Европа начала уже какие-то движения делать. Добрый вечер, Сочи. Всем здравствуйте. Как ваше настроение вообще? Пишите. Такие большие молодцы, что вы сейчас так активизировали, столько много интересных вопросов вчера и позавчера написали, и сейчас администратор их, естественно, собирает, и мы будем обязательно их озвучивать. Уже что-то новенькое проявляется в вашем сознании, уже не старый порядок вопросов, которые уже объезжены, надоело. И понятно, для новичков это система, это интересный уровень, но когда уже об этом 10 лет говоришь, хочется что-то нового. Тоже хочу на белуху, и знаете, возможно, я посмотрю, как у меня тут сложатся события, возможно, я, может быть, не на вертолетах и самолетах туда ехать, а пешком, если кто за, то мы пойдем пешочком. Не как в прошлый раз, добираясь на вертолетах, а тут нужно 2 дня будет идти, впрочем, мы в гадания, некоторые там самые первые года, когда мы стали посещать Булуху, а это было 8-9 лет назад, мы ходили пешком.
тоже такая интересная атмосферка, состояние, пока доходишь до белухи, такие интересные процессы проходят. Поэтому кто будет в силе, в мощи, в активности, возможно, я сделаю трип, я подумаю. Да, сейчас веду консультацию, потому что у меня есть время какое-то, да. Думаю, потом как уйду в трип, и, соответственно, вообще с консультациями будет сложно. Поэтому сейчас активно провожу. Кто-то вот после практики уснул. Новосибирск, привет! Вам больше всех повезло, вы там гуляете, наслаждаетесь свежим воздухом. С драгонфруктом, ну да, он же очищающий поле, но при этом, видите, самый интересный инструмент, который дает нам витамины В. Бали точно будет, уж Бали я любым путями туда доберусь. Бали, это, знаете, это как бы, наверное, самое релаксирующее место, где можно восстановить силу и обрести гармонию. Так, Лиска, вижу, что ты за белуху пешком. Ты первый в строю, имею в виду. Как девчонки без тебя? Бали, как обычно, у нас в декабре и в январе две группы. Не знаю, как в этом году, следите за расписанием. Сейчас немножко уладится вся эта ситуация, и обязательно будет расписание. Скорее всего, это будет начало января, и, скорее всего, будет одна группа. Ой, согласна, хочется перейти в четверку, скорее поделилась, чтобы пространство. Но на самом деле, вы, наверное, все замечаете, что люди стройки, они уже отходят, да, те, особенно приходящие, и уже вашего внимания не требуют, и эмоции вы не создаете в отработке с ними. Поэтому все отходят, кто уже отработан. Поэтому в новые программы, скорее бы, согласна. Ну, процесс такой интересный идет. Много новых людей, новых состояний происходит. Я думаю, у каждого происходит. И вот те отработки, которые, конечно, в переходном коридоре даются, они легкие. Согласна с вами, что такой тяжелый процесс. О, я вижу, что вы пишете на белухе пешком. Готовы, отлично. Хорошо, буду иметь в виду. Вы знаете, на самом деле, самая моя любимая гора – это белуха. Вот самая качественная энергия для меня именно там. А я же побывала много где, практически я на всех чакральных горах, кроме Кадуа, побывала. Эльбрус всегда, 20 по 23 февраля, мы всегда праздник мальчиков там отмечаем, поэтому Эльбрус, я думаю, что на следующий год именно в эти даты и будет. Как-то уже традиция такая. Согласна, что время действительно дается для осознания, для роста, для расширения сознания. Процессы очень глубокие, такие интересные, и новых во много приходит. Ну, я за, можно из Москвы пешком. С Москвы пешком, почему бы нет? Давайте набирайте команду, я тоже в Москве, поэтому мы отсюда прямо пойдем. Слушайте, да, кто побывал на Белухе раз, обязательно туда она зовет. Это вот прям к бабке, как говорится, не ходи. Белуха – это, конечно, такая качественная энергия подается, такое состояние блаженства дается, гармонии. Энергия очень такая приятная. А в Крым по расписанию смотрите, я, по-моему, август Крым, либо июль, либо август, я уже не помню, у меня уже в голове сумбур, я же каждую неделю летала куда-то, и в расписании также, я, знаете, это на неделю расписание узнаю и лечу, только таким образом и жила. С Украины отлично, приходите, вы тогда в Москву, а потом с Москвы пойдем дальше. Кайлас – интересная тема. Самый сложный для меня трип в жизни был. Вот вы задаете вопрос, как Кайлас.
сложный трип, он очень трансформационный, он такое крутое обнуление дал мне в жизни, но это обнуление мне настолько выдало потом качественную форму, что тот процесс обнуления тяжелый, он даже не особо значимый стал в моей жизни, как запоминание, да, а все, что происходило после, когда произошла трансформация, это, конечно, суперпроцесс такой, который до сих пор в памяти есть. Я думаю, что Кайлас еще сделаю, не скажу, что в ближайшее время, думаю, может быть, следующий год, либо 22-й год, но обязательно там еще побываем. Друзья, карантин скоро заканчивается, уже об этом много говорили. В Грецию тоже есть трип. Так, ну что, у нас уже, как обычно, определенное количество. У нас, видимо, уже сформирована какая-то своя команда единомышленников, и приблизительно одно количество человек участвует. Когда на Белуху пешком, созрею немножечко и сообщу обязательно. У меня эта мысль заложилась буквально там неделю назад, что чего-то душа туда поманила. Возможно, пойдем сходим. А можно ли чакральные практики дать онлайн, чтобы мы занимались по утрам? Будет приложение. В приложении есть утренние практики, которые подходят всем. Каждодневно, что нужно делать для того, чтобы на суточную ваш ресурс достаточно было энергии. Она там что-то минут 7-10, и в приложении эта практика будет. Ну, она есть, приложение скоро выйдет. Сколько человек в группе на Белух? Слушайте, было по-разному. Когда-то нас ходило и 50, и 60, и, 50-60. Каждый год где-то так. Привет, Казань, да. Ну что, начнем. Алихтун жукру боши жукон цахин замиталихин кармаш рпата. Я вас приветствую, я в активе мембраны. Хитру жукру боши жукру боты хин цахин замиталихин кармаш жукру боты. И действительно, система рабочего активного поля сейчас в настройке с тем, что жукру боши жукру ваша качественная форма, это ваше ресурсное состояние далее. И зин жукон цахин замитых рпата. Поэтому возможности действительно колоссальные жукру боши жукру боты для того, чтобы у вас дизимитрхана структурировать и дать вам тоже коды, чистые поля, осознанность, мушехот, ваше эфирное состояние, тоже курмошхада, ваше мембране, поле, чем сегодня мы будем заниматься, зинтами, синтемас, харбатой. Сегодня практика будет интересна тем, что додужу курмоши жукон сахин замиталихин кармаш рпата, что каждый из вас может битахины найти в себе те программы носители, кадужу курботы, которые действительно дамаш рпата, дужу курботы, закладывают в память основу, но при этом они не ресурсны в полях времени. Зинты машрамады – это то, что вас отягощает, ахина курмоши кон, то, что не дает вам системе ресурсного поля машхана освободить свой ум, дужу работы, свою сердечную чакру в основе, хиндах и масрахина кармаш рпата. Естественно, эти состояние нужно убирать уже курбоши рпата. Их можно убирать энергетическим путем, тоже курбоши рпата. Просто нужно знать, как это латать. Дона масри мишер рпата. Сегодня один из возможных способов мы вам покажем, тоже курбоши рпата, каким же образом зинтами синтемаса рпата убирать именно те отработанные программы, которые ресурсы не дают, и тоже курботы, но при этом энергия еще какая-то качественная работа этого синтемата. Есть воспоминания, есть душевные травмы. Зинтажу курбоши рпоса рамаскада. Как правило, это система травмы карми связи по обиходу поля опыта, дижик жукон сахин замиталихин кармашер коды замиталихин кармашер пата. И системы, они даются вам для того, чтобы проходить опыт, соответственно, сонастраиваться с полями, повышать качественную энергию, выходить в мембрану поля более качественной основы. Зинтухоны, батармаса харабасра пата. Но есть способы, которые высвобождают память, хинджермашер пат харабата. Есть практики, которые чистят ваше сознание, зинтужу курботы. Если их в вечернее время проводить перед самым сном, духмасра пата, это естественным процессом вам даст очищение и форму восстановления вашего сознания, вот уж курбота, что усилит возможности состояния ваших памяти, джукурмошрхарбата. То есть объем памяти сможет увеличиться, джимады, и дать вам возможность новым программам развиваться, хинджукурбота, активизировать формы систем созидания полей новых основ знаний, хитокурбота. И это, естественно, дается качественная форма для того, чтобы вас развивать. Но речь о том, что дизы конца маша харбаса джукурбота, о том, что
Есть практики, которые дают основу дамашрабата, сжигание, дезимасхарбатхана, очищение, джукрубу, трансформацию этих кодов и мисинтимасалихинкана, потому как все матрица, все энергия. Зинтуджукурмош работа. И вы с помощью смысли форм бажрукана, через аккумуляцию внимания, через систему джукрубот со настройки полей с прошлым кодом, зинтимасхарбатхана, можете себя высвобождать. Хунцукурмота. Есть практики в третьем поле, они даже активно сейчас работают у хунджурбота, для того, чтобы освобождать эти коды, особенно по родовым связям и каналам в активе. Зинтуджукон цехинзимитахарбата. Но мы сегодня будем изучать материал, который джукода будет вам помогать в основе хинзимашарбата, если у вас будут накопления по деструктивным полям, и джукода, и душа будет тяготит основу дамасарбата, то есть у вас есть привязки, джукурбота, негативное состояние программ не отработано, незаконченные модули, и зинтуджукинзимашарбата. И все эти состояния, естественным образом, через аккумуляцию внимания, через систему летописия, джукурбота мы сегодня вас поучим, как это выводить в энергоформы, алимасинтамасрапатахарбата, и исключать из своих голограмм. Зинтуджукунцумитахурмошрапата. Почему летописи мы используем как основной инструмент хинокурмошрапата? Для того, чтобы выйти в информационные коды мисинтамата, для того, чтобы закрыть каналы в старых памяти джукурмота, которые уже не актуальны, уже отработаны хинцамашракана, энергетические поля закрыть их у джукурбота, потому как этот инструмент, он основной у человечества. Зинтамисинтамасахармашрапата. Потому как человек для того, чтобы димасраман существовать в этой матрице джукурмошрапата, он латает энергии в первую очередь и машрапаты, создает летописи, как в школьных материалах. Зинтамасрамада – это ваша основа. Джукурбот – это ваше бытие, которое вы выстраиваете в кодах и на основании чего вы живете. Зинтамишрамасракана. Наверное, многие замечали параметр того, что джукурмошрапата в детстве, когда вы сидели за партой, за столом, алинтамишракана, вы латали какие-то джукурботы, виртуальные коды, которые дымасантижимасрапата, создавали какой-то иллюзорный материал. Зинтамишрамасракана. Для вас это каракули, джукурмошрапата, либо материал, который давал иллюзорные основы. Мисимасрапата. Кто о чем латал? Динасимишрамасрапата. И каждый это проходил в полях в безосознанном состоянии, латали эти модули, дабы сакцентироваться, аккумулировать внимание на системе энергополях. Тоже курбош кода. Естественно, вы не получали знаний по этим формам о том, что дижимишраката, латающая программа пером и хинцерубота в безосознанном состоянии, она дает аккумуляцию кода хинцемашрапата, дает информационные поля. Зинтуджукон цехинзамина, потому как система Бетхана, Вселенная, это же грубота, цивилизация, ваших учителей, Алимасармашрахада, Абдуха Мида активно работает через эти ресурсные инструменты, которые помогают вам Дидамасарапата активно провести энергополя, тоже курмошев работы, провести систему основных создостроек Намасалина Кармашрабата. И эта система летописи учитывается как основной материал инструмента для вашего сосуществования. Додазукон цехин земетлинха намарабата. Поэтому вы в детстве латали, дабы тоже курботы. Кто-то освобождал себя и чистил эти формы хинасамашракада в безосознанном энергетическом состоянии. Зинтурбоши коды. И вы эти воспоминания, вы обязательно проходили эти коды. Зинтужукурмоши коды. Безосознанно первом латали. Дымасрапан харбата журбота. Вы выводили аккумулированную энергию и, соответственно, закрывали эти коды для того, чтобы дымашра харбата высвободить эту джукурботу. Все дожимада, накопленные коды в течение дня, либо в ресурсном состоянии временных джукурботы, так как у чада, у масамада, у младенцев джукурботы нет особых накоплений модулей, и таким образом самоочищалась структура. Ридрамашрапата. Либо у детей джукурбота основной способ это митхана, активизировать эмоции джукурмошрапата криком, носителем эмоциями, дымасрапата харбата через систему дрбисимада, звуков, который вам знакомы, дихтельхинкармошакона или мисикада, либо цокать в состоянии хинзимашракана. Это все формы очищения программ безосознанного модуля хинджимашракана. И когда дети дрбисимашракан говорят тру, либо цокают масранхармата, у них происходит автоматическое очищение с помощью звуковых сигналов, которые ресурсно работают в теле и на внешнем носителе полей. Додушуконца хинзимитлихинкармошакурботы масарапана. И никто же вам не дал этих знаний о том, что это действительно джукурмода является основой для того, чтобы очистить поля бастантамасхарбота, а дети структурные джукурмошахарбота, они до 12 лет могут самоочищаться в поле хинцемитрахарбота, и они применяют именно такие носители, которые сейчас я вам обозначила. Зинтухурмоды, потом в школьное время дымасарбота точно так же латают пером на бумаге хинцемашарбота, что-то с ними происходит, либо дымишахарбота, джукурбота, либо через картины выводят, какие-то краски выводят в поля дымасаркада, это тоже способ для того, чтобы освободить себя и ресурсно-энергетически прогнать коды. Мисинтемата харбата. Никто вам этого не подсказал, потому как это более глубокий формат знаний, который впоследствии времени будете изучать еще в четвертом поле. Зинтужуконцехина и битюжукмацахтамашархарбасрапата. Так вот, вернемся к тому, что
Лихтамасар Машарпасарпана. Сегодня мы вам покажем, как же диды-ходы через аккумулированную энергию работают эти техники, систему сонастроек с аккумуляцией внимания на энергополе Химашарпаты, и на листе бумаги можно налатать те системы состояний, которые друг работы. Вы сможете высвободить свое поле, которые не нужны, не важны, не ресурсны для вас. Зинты Масарпаты, но является формой отягощения, и вы четко понимаете, что это иджурбота, информационное энергетическое истощение Башарухарбата для вашего кода, для ваших полей, но освободиться от Масальхида нету силы, нету мощи, нету актив, ты Машахарбата, либо время не пришло. Зинтухуны и зинты же Мушармата Хрузукужукурбота Зелемистер Масахарбата. Поэтому сегодня обязательно для практики необходимы чистый лист бумаги, без скраплений, без жукурбота, без клеточек, без линий, линды Масармата, просто чистый лист бумаги. Зинты же Курмошхода, обязательно возьмите перо, до Масархада, можно карандаш, жукурбота, и понадобится огонь. Зинту Лимина, сначала мы вас ведем в состояние джукурбота свободного ума, для того, чтобы вы вышли в более качественную форму и ушли в состояние воспоминаний динамасхарбата и определения задач, которые бы вы хотели высвободить из своего ресурсного модуля. Вместе масхарбата из своей программы джукурбота не засорять память масхарбата. Вы четко понимаете ненужность этого материала, соответственно, хиты джукурбота, их нужно вывести из кода. Ленты моды масхарбата. Для этого нам уже расслабить тело, уйти в состояние познания опять же себя, свою общее дыхание, дижукурбота и свою мыслеформу, домашкана по основе задач, которые мы будем задавать вам в параметрах тоже кода. Мы вас будем лишь вести в основе и в качественные формы дижукурбошерпота. Поэтому систему подготовьте, дыхмасан дижукурбошерпота, и начнем сонастраивать поля, даже дабы в духту моза дихина вам выйти в систему качественного актива для себя. Опять же, дижукурбода у всех свои формы, домашрапата, у каждого свой сценарий, у дижукурбота свои отягощенные формы, они обязательно есть у вас. Да, только не спалите квартиры, я вас прошу, а то сейчас начнете. Перо – это ручка, да, совершенно верно. Алитур можешь уже консахинзинь, так можешь уже коработать. Итак, садимся поудобнее, лучше это латать сидя, масрамада в свободном состоянии, хидокур можешь работать. Тело должно быть распущено, никаких прижатых хвостов, просто состояние свободного тела. Риндрухур масрамада хиджикода. Обязательно закрываем око, иди же консахинзинь, уже коработать, и находимся в поточном состоянии, в познании себя, дуже коработать масрахарбата. Как мы делаем это на состоянии дыхания, дуже коработать, когда входим в медитативно актив, дабы выстроить с собой энергетическую суть работы. Зинты масрамита хармашерку работа. Так, ну, сердечек хватит, давайте поработаем. Так, ведьму на костер, весь негатив выйдет. Ну, ведьма, знаете, что такое ведьма, да? Дижукурмошерконца хармашерпата. Это на самом деле, дижукурбота, к вам система сознания хинцы металихарбата пришло для того, чтобы динаси хинцы мата дижукурбошерпота. Систему выдать в состоянии полей для того, чтобы дижукурбошерпота. Это инструмент был для работы тех времен, которые масрахану он и есть, и вместе с дижукурботой, для того, чтобы действительно выводить коды негатива дижукурбошерпота. Эти инструменты добранной цивилизации для того, чтобы дишек уже больше жуконцы хинзамита хромашерпана, чтобы вывести именно некачественное состояние, и они тоже были инструментом для того, чтобы выводить негативные программы даже масрапаты и даже курботы, и активно вводить в ресурсные коды. Ридра Машрабата, ладошки вверх, вот уже курмоч работа. Активно дышим на том, чтобы зинты масармада, глубокий вдох-выдох, и раскачиваем поля. Бисин тоже курбот, раскачиваем свои основы поплавковой зоны, сидя делаем, да. Лин тоже курмоч уже курбота, делихмитр Машрапасрапата. И активно работаем холотропным дыханием, вдох-выдох, наблюдая. Зинты же масрамада, раскачиваем энергоструктуру своего поля, хинахинджурбошерпота. Чем вы дыхмитрапата активнее выйдете в эти свои состояния, худжурбота, и пойдете в познание своей основы, и димашахарбата, и высшая я вам передаст информацию, душукурбота, а высшая я — это энергия, которая является основным параметром поля между вашим аналитическим звеном вашей памяти, душукурбота, и вашей основой аватара, то есть то, что сегодня вы в основе и дымасахады имеете в поле актива. Дижуконцеремишермада, дышим глубоко, свободно, хинахимишахармасахарбата, разгоняем энергию пупком, на выдохе живот себя, алимашармасахарбата. Зачем мы это делаем? Для того, чтобы раскачать энергию дужукурбошеркоды и по максимуму взять аккумулированную энергию в коды сознания. Зинтумада, глаза закрыты, дужукурбошеркосармада, дыхание свободное, глубокое, и работаем активно своим сознанием. Дужукурбошеркоды. Никаких новых кодов, машакани мысли, форм, дыхмаса дежурбошеркоды,
ушпаты. Только от дыхания наблюдается в вашем осознанном состоянии. Зинтужукон цимитр хармашер мосы джирмасарпата. А теперь вибрацию по позвоночнику, дужуку работа с пупка, ведем дыхмисин дымашарпоты, хинцирпашарпоны, хармасахарбата. Прямо на шестую чакру, дух тумидель хинкан. Через позвоночную линию, через затылок выводим в шестое поле. И выдыхаем. Дыхмасы джукана выдыхаем, наполняем несколько раз. Алима шижукон сахинзе имиталихин курмо шижуку рубос ромада. Притом наполняем таким образом и дижуку рубос работает, чтобы система эфирного поля в системе шестой зоны басилинты рбата дала более активную форму созидания. То есть у машрухана больше энергии, взаимодействия в шестом поле заработало у вас. Сахинзе мишрапат, потому как сознание биталихин курмбот, это ваша программа ума, она вам даст коды воспоминаний хидахи мишрапат. И за счет энергии, которую вы сейчас в сути накачаете в шестое поле, хинзе рубашрапат, вам даст распективу этих программ. Зинтужу работы, поэтому набираем коды масалихиты хрбата, активно работаем на пополнение себя. Доту зукон шижукон сахинзимитри хрбата, именно шестой основы шестой чакры. Сегодня на вопрос общего поля плана я не даю ответы, поэтому сегодня медитация, завтра вы можете задавать вопросы, в четверг вы будете задавать вопросы, это общие вопросы. Шестое поле – это где третий глаз? Затылочная часть, третий глаз и на основании этого поля. Линдужу курмош рапоты. Наполнили хинах и масса дежу курубос, интемас, литинок и маш рапас рапата. А теперь сделали на шестом поле глубокий предвдох. Дежу консер маш рамос рапата. Закрыли дыхание, хиду курмош и жу курбос и бада. И в медленном дыхании выводим вибрационный актив дежу курбош коды в шестое поле, как бы наполняя систему сути основы. Зинтужуконцы и медлихина крымаши жукрубой сарпата. Продолжаем 3-4 раза отлатывать состояние для того, чтобы сознание вывести в состояние какого-то моды, свободного модуля. Димаши крымаш сарпата. То есть никаких мыслей пакетов, только дыхание и только наблюдение шестого поля. Можно ли сделать медитацию по записи? Будет ли эффект? Тужу курмоша курбота вместе с дымасапатом. Да, система тут работает именно с вашим качественным состоянием аккумулированной энергии, дух курмоша курбота. Здесь подача системы энергополя не имеет значимости. Это ваши основы. Зинтужуку работает с зелимитах машер масарпата. Раскачиваем энергию опять при вдох, тужу курбота, глубокое дыхание. Закрываем основу, тида зимит лихинкра машерпата. И выводим активно сегмент тужу курбота в шестое поле. Доза хинжи масрапата. При этом контролируем дыхание, оно должно быть глубокое. Мисинта масрапата, работа животом, должна активно прокачивать энергию и на выдохе живот в себя. Линдур Моша Жукон Сахинзи Медлихин Крамашрапана Хрубосы Духоты. Вы действительно засорены разными программами, и у вас в энергомодуле Дужук Работы остается очень много неотработанных кодов из Интимистер Харбата. И эти процессы, они тормозят созиданию, особенно Дужук Работы для перехода, для выхода в четвертое поле, из Интимистер Масрапата. Эти привязки, эти состояния Дужук Работы, которые отягощают вашу основу, они Бастрамасахада активно заземляют вас. Лимуты мишиконцы, хинзимита храбата. А теперь закрытым оком возьмите перо, бишикурмоша хработа и на листе бумага основу поставьте точку. Зинта жукурмос рамасрапата, дежикинцы мишрапата. С этой точки созидания начните вести вибрацию в виде воронки по часовому сегменту видео. Лимас рамаш рапаса, хрубот рамаш архиды, рубош руку работы, хинцемит лихинк рамаш рапана. И раскачиваем энергию, наблюдаем за телом, за своей мембраной, дежу курбош рубос и дебас рахиды. И активно работаем на том, чтобы дежу курмош рапоты подключить ваши конечности рук для системы активности энергополя.
Лин дуже конца хинзы же курбосы, дуже масса харма шарпата. Крутим-крутим воронку, базра арбата. Любая воронка, любая голограмма воронки, ридру хурбошу боты. Это система концентрированной энергии и вход масхарпата в некий энергетический портал. Рима сахарбата, аккумулированной энергии, которую вы можете создать на листе бумаги и запустить этот поток. Зинтумода, тело распущено. Ридрамаса джукурбосар масрапат. Находимся в поточном состоянии и наблюдаем за своим активом. Алима Шракона, крутим воронку. Алима Срахада, разгоняем энергию джукурбосар пот, потому как мы сейчас будем Дымасахида выстраивать аккумулированную энергию и дежурботы, и через нее выводить коды. Ридры Маша Жуконца Хинзи Митрахина. А теперь вы дуже коды увели внимание в первую чакру в основе. Линда Жуконца Хинзи Митрахар Маша Харботы. Поставили точку Хинзи Маша Харботы и увели свое сознание в систему состояния первого актива. Мисин Тыжу Харботы. За глаза закрыты все время. Находимся в потоке общего поля. Хинок и Маша Харботы. Не открывая ока. Басрапана. Работаем согласно своим телам. Алима Жукурботы. Первое поле Мисинты Масрахада. Раскачали его структурно. Хиду Жукурбо Ширкоды Зинты Митли Хинка Машрапана. Вдох-выдох 7 раз поработали с аккумуляцией 1-2 секунды. Машрукоды. Раскачали энергию в коде. Зинты Жумосинты Машрахана. Перу не отрываем. Дых Масрахада. В точке события находится оно. Зиндемана, дежукурмошер курботы, пока вы раскачиваете поле, хинахин дежуконцы хинзи митлихин крамашерпана. Это система чакра, отвечает за систему матрицы, дежукурботы, то есть ваших всех внешних программ, которые окружают вас в основе. Зиндемиды, дежукурмошер курботы, масса харбата. И сейчас мы концентрируем внимание на своих мыслеформах у дежукурбошер боты, а я вам задаю просто вопрос. Риндемиды, дежукурбошер боты, этот ответ, который приходит, хинаса маша харбаса дежукурбота, вы латаете на листе бумаги в основе системы кириллицы Машерпана, так как вы пишете всегда, и зинты жукур Машерпоты, и не отрывая пера, дальше продолжаем работу. И зинты мосы дежукур работы. Итак, первое поле хинаха Машермаса дежукур работы, димаса харбата, отвечает за систему матричных программ, это все, что вас окружает. И зинты мисин димас харбоши рупоны. И какие же состояния на сегодня ридра Машерпата вам мешают благо существовать? Хинукур Машеркода, вопрос простой. Хинасы Машрахада. Что вам мешает утрукода жить в ресурсе, в качественной работе? Масса Храпата. Пропишите на листе бумаги и обозначьте их там. Дозы Машрамада. Мысли формы обязательно придут. Хинукур Машрабоса, Дижакрабата. Обозначьте систему Дужакрумоды. Что же вам мешает выйти в качественную основу жития? Гизема Шахана, что касается матрицы общего поля. Ноши Машер, Козы Хамаса, Дижикон Серпина. И каким образом мы латаем эти активы, Дижикурбошер Боты, я избавляюсь от определенных кодов, которые пришли в мою мыслеформу. Масехар Бата. Избавляюсь и продолжаем. Дижикурбошер Боты Хана. Очищаю свои поля, Бошер Боты, эту программу вывожу из кодов. Масрахана, как вам удобнее, так и латайте. Миты Маша Хода. Око не открываем, мы только концентрируем внимание на ходе системы пера. Рима Жукурбос Рамада Храпата. Здесь и задача, чтобы до Жукурбота через концентрацию внимания вывести все основные коды мысли формы. Ридра Маша Храпата. Выключайте око, соответственно, сознание, матрицу включает, и внешний носитель начинает свою работу. Хина Жукурбос Храпата. Аккумуляция внимания уходит. Может ли это быть страх? Мисси Мада, чаще всего джурбот Мада. Страх является основной энергией, которая мешает быть более джукоды в качественной форме. Ридр Масра Мада и в матрице в третьем формате страх как основная энергия заложена в полях. Так, у меня от холотропа потери сознания. Хамелия почему не говорит об этом? Ну, тут нужно рассматривать индивидуально, поэтому сложно сказать, почему у вас там сознание отключается. Тут нужно индивидуально рассматривать этот случай.
Лимусур мош румос индемашрахана. Что мне мешает качественно существовать? Журботах, рыбатах, еда. Подумал активно, это же крумош рухода. Каждый в своем сознании активизировал этот модуль мишрахбас рыбаты. И я освобождаюсь от этого недуга в полях, прописываю материал на листе бумаги. Зинту жуконцы масрахинарапана. Мы сейчас действуем от того, что у вас матрица, хинцы митропаты, и то, что вам подается мысли пакеты, хину крумошу работы, то и латаем в основе, что мешает мне качественно существовать. Мистер Мошикона, вы распактировку ведете, поэтому сложности могут быть в плане того, что жар может выделяться, без синтежу крумошу работы, медыхана, тело может ломить, и тиджу крубосер мидли хинок работа. Это норма состояния, при том, что мы тиджу крубот распактировали. Коды, которые масрахада делихида, деструктивные для вас, и митр масрахарбата, но являются основой для проработки этой базы. Линды мины, описываем события, башрумошу грубосу мидры пана. Я избавляюсь от этих недугов мембраны, тоже грубошу работы, проводя летописия, энергоформы, это масрахарбата на листе бумаги. Зинту же мошер моса харбата. То есть мне пришли мысли формы, я хочу качественно существовать уже курбота. И мне мешает миссия харбата определенное состояние блоков, но с армада. Мы их прописываем на листе бумаги, это же курмош работы, дабы освободить свое состояние сознания и энергомодуль кода монады вашего модуля демошахида от этих негативов. Мосрамашрамас, это же круботы миды. Система может давать активное путоотделение хидакамашрапат, потому что вы скрываете, распахтируете себя, это же крумоты. Эти системы могут и в теле быть в основе хинашрамашрапаты, и тело, как психоматический сегмент, это же крумошрахурбот, в первую очередь берет зинты масрахара. Поэтому наблюдайте за реакцией тела, это же крумошрахурбот, и вскрывайте все формы негативных программ, которые имеются в вашей основе. Дожи жукон сремены прописываем активно до маширбоши курботы. Если вы дух маслихины, до курботы прописали основу, переходим к техмиды маширкада ко второй зоне и активно раскачиваем энергию второго поля. Лима сундужу курботы 7 раз подряд на халатропии бисинты маширбоши жукон сахинзе митлихин крамана. И наблюдаем за своим состоянием, аккумулируя энергию, закрываем дыхание на 11 секунд. Мошимада. Не открываем глаз, больше курбота перо держим на листе бумаги и выписываем основные формы. Литухурмошрупозбатлихида. Какие я хочу вывести из себя заболевания, что мешает мне существовать как систему ботумасхарбата, активного аватара в этом житие. Литужукурбота. Исключить какие коды необходимо демасрапата для того, чтобы мне качественно вести этот путь. Зинду жукон сахинзе мутра мошрах работы. Еще раз, система второго поля отвечает за органы. Зинты митлихин крамада. Мы раскачали энергоструктуру. Дужу кур мошрах работы и силе мисинты масрах работы. Активизировали поле второй чакры, которое отвечает за систему созидания дужу кур работы вашего аватара, ваших органов, вашего клеточного модуля. Зинты митра масра масра пата. И дужу коды. Чего мы хотим из тела высвободить? Дужу работы. Какое заболевание мешает нам в основе? Какие комы? Ридру мош рукоты. Структурно выводим на лист бумаги хинджи пата и на выдохе дукру мош рукоты. Высвобождаем коды и прописываем их в основе. Зинты мастер мастер пата. Работаем глубоко, свободно. Алинда химишрапана. Прорабатываем состояние. Линду хурмош рукурбота, потому как тело, оно в первую очередь берет и маслихина, все басалихиды рапата, программы, которые являются комом у вас. Зинты жукурмош жукон сахинзе митрахарбата. Если вы эмоционально не отрабатываете, соответственно, орган каждый принимает эту стадию. Жукурботы блокируют клетку, мы синты масрахада, энергия не выходит в параметрах активно. Иди жукурмош рукурботы и дает вам такое состояние, что масахарбата образует комы, химишкана комы, это заболевание, хворь.
Зинтымас Рамада, еще раз концентрирую мысли пакеты, Мисинтежимаш Рвата, что мне мешает как качественному аватару существовать? Митрамата, какие мои хвори и джукруботы, что я хочу из своего тела вывести, чтобы мне в обменном поле моего аватара Митрамаш Рвата не было препятствий? Дозы мада, прописываем их. Римаш Жукон Срамаш Рапата. И сейчас наблюдайте за телами. И тоже Курмаш Рубота Мада. Тут тело может вам подсказать, и вы ощутите некий дискомфорт, либо боль, либо сегмент системы опломбы, тоже Курмаш Рубота. И пропишите обязательно эти коды. Здравствуйте, присоединяйтесь. Линду Жукон Сахинзе Мида Рапата. А наблюдаем за телом своим. Линда Жукурмоши Жуконцы Хинзи Митрих Машер Пасарапата. Либо тело вам подскажет уже груботы, либо вы осознанием считаете свои коды и Тумасрапата, либо в текущем режиме своим программой ума Тухумосрапата, понимая свое состояние заболевания, эту же груботу мы выводим в систему Басрахата Летописи для того, чтобы освободить эти материалы и дать основу энергополям в качественное состояние пройти. Сейчас точно на вопросы не отвечаю, сейчас мы в медитации работаем. Моши жуконсер миссин, дымашер мосер матах, рубота жуку рубота. Дыхание дается для раскачки энергии, для того, чтобы взять самые качественные коды и митокрумоды. И вот эта аккумулированная энергия, она позволяет вам взять основу, тоже крумоши жуку рубота, чтобы быстро воспоминания пришли, ридры машикан, распактировку дали, знания тоже крумоты, башер маты, чтобы система программы ума, битых мида выдала материалы активные, тоже крумоши коды. Поэтому мы сначала раскачиваем дыхание, основу духмасканы, на предвдохе аккумулируем, собираем, выдаем их хинджирупот и на листе бумаги выводим все негодованные коды, которые мы хотим освободить. Мы шахрбот через состояние своих основ. Эфир сохраним. Я надеюсь, получится у меня сегодня сохранить эфир. Линдухон уже работает, уже конца хинзи митра хромата. Итак, налатали на листе бумаги все негодованные формы, которые мешают вам, как аватару, качественно существовать, что касается ваших заболеваний и органов. Линдухон уже курмос, эндемас арбата. Не открываем око, дальше латаем. Линдухурмош и курбота. Делаем глубокий вдох, предвдох со второй зоны на третью выводим. Линдухмаш арбата, арбата. И продышиваем активно 7 раз подряд, как бы аккумулируя энергию на 7-м разе. Дотому же больше курбоса диджими сюрпана. И чем мы будем заниматься далее, я сейчас объясню. Линду хромоши кода. Третье поле, хинзи машермана, оно отвечает за системы, состояние, код жукрубота вашего энергополя, дымасрапат. И основные носители это лимфа и кровь. Линду хромоши жукрубоши курботы. И если вы некачественно питались, масармашкана, если у вас постоянная интоксикация, диджи хромоши курботы, дымасрапат. Естественно, кровь и лимфа принимают сразу эти поля программ и дают состояние негатива, джукрубота, масхан, засоренности, в том числе если происходит засоренность сознания, тоже курботы, кроме физической оболочки. Линдыхмидермада. Так вот, сейчас мы будем тоже коды, раскрываем коды, то есть холотропом дышим активно. Мистер Машарбасарабат курботы за Мальхина. Делаем глубокий вдох, аккумулируем энергосостояние третьего актива, дабы запустить качественную форму. Доду Мастер Машарбата. И здесь такой вопрос к вам. Дужу курмош рухозмада. Засоренный организм или нет? Как вы считаете, дужу курмош рухозмада? И как вы хотите получить качественную форму основы, дабы энергетически ресурсно существовать. Ридры Машра Масхарбат. Освобождаю себя от всех недугов. Тоже Курмоша Хургос Рамата Хребита Када. Прописываю на материале, если вам пришли эти поля в сознание. До Хурмоши Кода. Кто тело ощущает в основе энергоемким, хиду Хурмоши Кода. Просто наблюдайте на холотропе за собой. Доду Моши Жукона Бата. Кровь – это носитель основной энергопередачи, это ваши каналы, Бушукурбоши Кода, которые дают возможность вам энергетически в структуре и физически существовать. Лидукур Моши Жукон Срамада. Поэтому мы сейчас ставим задачу
Лифтундемит работы на аккумуляцию системы возможных кодов, которые мешают энергетически вам прокачивать основу. Мисимаду, у кого-то сосудистая дистония, у кого-то тромбозность мышекода, у кого-то загрязненная лимфосистема, димасальхирбата, у кого-то клетка неактивное запитание, хидрожурбот, у кого-то алкоголь могучей формы работает, и мисинтемасропаты, и прочие-прочие созидания. Что касается с кровотоком, дыхмисимады мы закладываем в параметры некачественного состояния и освобождать будем их. Дожу консихийная масрамада. И прописываем на материале бумаги все основные программы, которые ресурсно. Дожу моды выкладываются в ваше сознание и мысль меда и подаются через мыслепакет. Ножи Мошра Моды, прописали их в основе, Хинса Мишрах Масрапата. Не открываем око, наблюдаем за своим дыханием и находимся в поточном состоянии, дабы дальше в дух работы провести коды, Митлихин Крамата, коды информации через ваше сознание, через ваше высшее я, Зинтурму дух работы и помочь себе проработать все секомы. Доду Мосинтамитр Харбата, переходим в глубокий вдох, Масинчижик Работы, четвертое поле, Мисинтамашихада, отвечающий за активное эмоциональное состояние, Линдухрумош Рубоса, Тижик Рабата, и здесь активно холотропным дыханием работаем 21 раз. Зинтер Масрамада, вдох-выдох, работаем животом, Тижикамада, раскачиваем активно эффективную энергию, Дежурботы, и затем на 21 разе аккумулируем ее. Бужурботы, делаем глубокий предвдох. Зинтер Масрамашкана, закрываем дыхание также, Дежурботы, работаем в дыхании и закрываем потом. Зинтужукурмошрукурботы. Здесь мы отрабатываем состояние, которое мешает вам качественно существовать как энергоформе, как физическому аматару. Дижуконцехинцемитропаты. Здесь именно социальные джукурмоты, состояние эмоционального кода. Митыхана, страхи, обиды, бушукурботы, прочие негодования, зависти, контроли, митрмашрапаты. Все, что касается эмоций у вас. Ридрмашрапата. Проведите анализ своего ресурса митлихинокурмошрукурботы. Что у вас постоянной форме, Дамашкана беспокоит в голограмме, и вы постоянно соприкасаетесь с определенной энергией Ридухурмошрукоды, которая мешает вам активно существовать в этом поле. Митрамашрапаты, с чем бы вы ни столкнулись в голограмме, Дажукурбот, эта эмоция постоянно выходит на основу. Ридрамашрамасхрабитрихида, посмотрите на себя изнутри, Худажукурботы, и проверьте свои основы Дамашахрабата, продублировав их через мыслепакет. Зинтужуконцы Матарамата, и на листе бумаги и выпишите эти параметры. Можно проводить медитацию в записи эту, да. Лима Тримошрхана. Эмоциональный фон, дужукруботы, миды. То, что происходит, является негативным состоянием. Дужукрумот, то, что вас понижает вибрационно. Зинты Мишрихада, те системы энергетических программ, которые дужукрумошрхода активно работают на том, что дизакинцемитлихинакрамашрамана, что мешает вам качественно существовать здесь и сейчас. Лимашрухоны прописали, мистер Харабата выложили на листе бумаги Хинукурмошрупота Камада. Проводим следующий эксперимент Хинжукурмошрукурбота и поднимаем вибрацию на пятый модуль Хинжукурмошрукурбота. Глубокий вдох, раскачиваем энергию свою. Линда Митра Машрахана, раскачиваем так, чтобы душу работы хурбота, опять же, саккумулировать основу и вывести в систему кодов. Линда Машрапата, пока вы сублимируете энергию, аккумулируете ее, душу курмоша хурбос рамада. Я вам целых миды заложу материал основы, что же необходимо вывести через эти параметры актива душу курмоса рапата, через этот чакральный центр. Ридру хурбота отвечает за коммуникабельность, у душу хурбота за митрихина камада, за общение активное, душу курмоша рапона и хармаса рапана. Поэтому, если у вас есть негодованное состояние, это же круботы, я боюсь босрхорботы перед публикой выступать, машхана, я боюсь что-то сказать мужу, это же круботхона, своей жене, бисалемиды, проговорить активных и масрамашрапата, эта чакра отвечает именно за созидание джукоты, вашего общения в голограммном модуле. Зинты мистери масрапата, и найдите в себе этот ресурс, который дужу круботы является основой некачественной формы, то, что блокирует вас.
Дима Срахата. Пропишите его на листе бумаги, выдыхая, без рехода, выводя основу на бушкоты и пером латаем. Мосенте, мосенте, шукур мосер пана. Наблюдаем за своим основанием, тужукур бошер коды, и вскрываем глубокие формы. Лима Трамана, что мне мешает? Тужу грубошер босса Димита Хана. Какое состояние, когда мото мита мне дается в системе актива? Лиду хрумоши же курботы хина жуконца хинра бата. И что же хочу нету кам выявить у себя? То, что мне мешает в общении, в контакте, мастермат харбата. Что создает мне обиды, негодование, либо босса хрубоши кода, прочие формы, которые дают деструктивное состояние мне самой. Мишермада, прописываем всегда закрытыми глазами ту же крумошу кода, потому как мы находимся в потоке своей основы. Мы аккумулируем энергию до крумошу кода, и нам выдает она те основы башрпаты, те плоды, которые загружены в системе аватара, как некачественная форма ту же крумошу кода, и в вашем состоянии матричном кода масрхата, то, что называется монада, высшее я вам подскажет. Мосамада. Мы находим в себе ресурсы, джук работы, высвобождаем эти коды, лихты митра масса хромасарпата, и вскрываем опломбы состояния эмоционального модуля и системы боссах работы, которые мешают вам вообще не в контакте выводить в поле. Лимон Тхана прописан на листе бумаги. Алима Шижукон, Срымаш Рамада, пропишите дужу круботы значимые коды, которые мешают вам проговаривать, митухрумоши коды общаться, митрхана контактировать, ухтужу круботхан, найдите в себе эти некачественные формы. Зинтухона прописываем на листе бумаги, не открывая мука. Алима Шижукурботы прописываем глубоко в энергоформе. Дыма Шижукурбо Ширупона Храбат, познавая себя изнутри, Хинакама Шрапата, анализируя свое состояние, свою глубокую форму существования Хидакамата, и прописываем то, от чего хотим избавиться. Зинту Жукурмосер Мосит Шимасрамана. По пятой чакре, что касается общения, контакта, дожи моты, прописываем на листе в коде. Дуже мудрый мастер Митри Хинграмада, кто прописал активы, лиду хрумошу хрубота, находимся в состоянии спокойного дыхания, изучая свои коды, не открываем ока, издин дужу хрумошу хрубота, и какие еще задачи маша хрубота, нерешенные в вашей основе, Митрхада, выберите дужу коды, выделите одну в основной форме, дижу концемада, что вы хотите получить у хрубота по избавлению этой формы, ридр маша маса хрубота, пропишите ее. Матримада, одну задачу, дужу курботы, какая первая мыслеформа пришла в вашу основу. Бисрихада, чего я больше хочу, босыр масрапата, дабы мне качественно существовать. Лиду курбота, от чего хочу избавиться, бисдир маша харбата, закрыть эту базу, дужу курбот хана, не входить туда в основные программы, дужу курмоша хурботы, и ресурсно проработать свою основу, дабы масрапата не возвращаться к прежним полям. Духты моды, то, что первое пришло. Зиндемина прописываем. Ну, кто-то, видите, от злых соседей освобождается. Почему бы нет? Потом посмотрите, как это структурно работает. Я делала подобную практику, немножко другого типа, на Новый год. И слушайте, ну, прям реально работает. Ридру моши жуконцы, хинзимитри хинкрамаши жукурботы, тизимины. А теперь перо остановите, поставьте точку. Мошен джуконцы хинопромошер работы директ митра машерпана.
Открываем медленно око и просматриваем тот материал, который вы налатали. Энергетически вспоминая суть основы биты Хорбата, тех латаний, которые вы сейчас на листе бумаги излагали. Митахона через перо. Митро-рубоши-коды. В состоянии спокойного бушкоды дыхания анализируем басраматы. Все ли я учла? Здесь годы, либо учел. Видимо, мальчики тоже у нас здесь есть. Ридра-машрамада. Точку не отпускаем. Хидукру-машрамада. Ее держим в основе. Энергия масрамада аккумулирована, она не прерывается. Вы позвоните мне сегодня, я вам расскажу обязательно. Лихтун Жукун, Сахин Джимаш Рамада. Теперь в точке созидания, где ваше перо, Джук Рубота, имеет основу их мастропаты, где вы закончили летописи латать, Ридру Хурумошек Рубота, выводим Пастрахада по часовой стрелке, опять же спираль. Зинты Мастрамаша Рубосан Джук Рубота. И соединяем в основе центра созидания. Вот так вот, смотрите как. Я так всегда перевожу письма. Просто делайте спираль. Линдрухур Моши Жукон Срамаш Рахада. Как только вы Джукур Бота или Мида активизировали коды энергетических активов Джукур Мосрамас Рахида, пишем слово, прописывая его Басрамас Харбата с благодарностью Вида Джукур Бота. Освобождаю себя от этих кодов. Мосрамада. Прям дужу коды в кириллице выписываем в основе бумажного листа. Мошрамада, око открыто, масрамада, мы уже с дужу коды работаем с имеющимся полем хидыха масрапада, прописывая материал освобождения от негативных нересурсных программ. Алимасрапада, опять завели спираль, дужу крумошек работая таким же образом. Мострамада по основе всего текстового формата. Мошимада, око открыто, система Джукурбота ресурсно близор на фоне басентемисрихиды и активно работает. Как избавляю себя от Джукурмошрапота? Освобождаю себя от негативных программных кодов, которые прописала сейчас в ресурсе листа бумага. Моши Мада с благодарностью ведя. Джукур Моши Коды Белихина. То есть от души. Алимаши Жуконцеры Митра Мада. Еще раз с Дихмида пробедитесь Ухтамас Харбата глазами по тем созиданиям, которые вы накропили на листе. Спираль по часовой, да. Мошру мода через мыслеформу, через ресурс состояния иллюзорного кода, через внимание ока, ридрамаш рапата. Продублировали их. Миды мада, освобождение от негативных программ, душу код, все, что касается физической оболочки, мышхода эфирного поля, ридрамашхана своего сознания, душу крубота и основной задачи, которая тягощает вашу душу без лихина во временном поле, башрапата, то, что вам первое пришло в сознание. Да подождите, еще раз не сделали, уже второй раз пишите. Алинду Хурмошрак работы, пробежались оком, и Хинзу Хурмошрак работы. А теперь Дихмины, Басинду Хурбота Хада. Закрываем актив Индимушу Хурбота, сворачиваем лист бумаги до полной основы, так, чтобы Дихи Серпата. 7 раз у вас тоже Хурбота прошел дух моды и Мислихина, актив по квадрату носителю, то есть масса Харбата. Зажимаем его, дух Хурмошу Хурбота, Мастер Хейда, концентрируем на центре созидания и запускаем в огонь актива Лимота Хурмошу Хурбота, дублируя через мыслеформу освобождение свое Лихматра Харабата. И пепел, образующий через этот материал дужу Хурбота Мода, обязательно нужно биты Хада заземлить. Лиду Хурмошу Хурбота, в землю запустить основу Хинцы Машер Мас Харабата. Неважно, можно в цветок, Моша Хурбота, можно в землю в основе, можно за порог Лихты Митых Мас. Шрапата. Главное, чтобы земля приняла.
Ридрамаш Рамада. И через мысли-пакет уход уже к работе. Освобождаем свои энергоформы от тех Химасрахада программ, которые прописали в наличии листа бумаги. Зинтимада, повторяя 7 раз. Душу работы, выводя в коды земли основу негативных программ, душу работы, прописанных в материале основ. Алимосен душу курмос рамада. Почему по часовой тихтижу курмос рукода? Потому как мы создаем энергетический портал на выход модуля. То есть нужна аккумулированная энергия, ее нужно вывести из кода. Зинту жукон срамада, обязательно придайте земле хиду курмо шрупо срамада. И с благодарностью джу курмо срапада освободите от себя эти параметры. Риту курмо шукода рибаса дижикана, я вам желаю всех благ, хину журбоса диды миды. Наблюдайте за собой, за своим активом, насколько ресурсное состояние отработали вы, и дижу курмо шукурбо цинды миды. И в периодической форме мы будем латать очищающие программы по мере необходимости дыхма срапада и в новые активы знаний вводить. Я с вами прощаюсь, надеюсь, что у вас все получилось. Ну что, за освобождение. Всего вам хорошего, вечера прекрасного. До новых встреч. Завтра в эфире встречаемся. Готовьте вопросики. До свидания.